Подожди, это кто? Кореш твой, что ли? Друганин? Кореш. Друга ты позвал? Нет. А кто это? Я не знаю. Что у него в руках? А что у него на башке? А может, за это он приготовил? А, может. А это вы заготовили дрова, да? Спасибо. Мы немножко взяли, чтобы согреться. Мы же выживаем. Спасибо. У нас денег нет. Держи! Держи! Он бежит за нами, оператор! Черт! Он догоняет! Оператор! Он грохнулся! Он валяется! Видишь, он встает! Он встает! Сюда! Сюда! Прячься! Где он? Он должен мимо пробежать, если нас здесь. Да, вот он! Вот! Хорошо! Давай, вылазь! Вылазь! Короче, это уже какое-то слишком экстремальное выживание. Давай, тихо, обратно, обратно идем! Идем обратно! Нам нужно обратно в лагерь. Там телефон. Вызовем полицию или друзей позовем на помощь. Потому что не хватало нам еще связываться со своими маньяками. Ух, оператор накаркал, блин. С ума сошел. Я же говорил. Да ты что, как вы? Да почему? Почему, когда я что-то говорю, ничего не происходит? А когда стоит тебе что-то сказать, да сразу же. Значит, я умнее, вот и все. Нет, напишите в комментариях, кто умнее, я или оператор. Вот пусть подписчики решат, кто умнее. Ты просто беду притягиваешь всегда. Мне везет на аукционах. А ты беды притягиваешь. Здесь его дом, посмотри, почему. Вот я пока бежал, заметил. Видишь, гвозди воткнуты. Почему? А вот это ты посмотри, вообще жесть же полная. Капец. Это что такое? А что это за дикий лес-то такой? Слышь, смотри, сколько повсюду заготовок ты этих. Он что, лесоруб какой-то? Маньяк лесоруб. Вон, повсюду. Повсюду заготовки. Он бежит и не идет. Я до конца не был уверен. Давай. В смысле ты не был уверен? Вставай. Валим отсюда. Давай. У него теперь нету его меча. Черт. Не дал нам повыживать без ЕРП. Давай. Идем. Блин, капец. А ты когда-то говорил, что лопата не пригождается, а? Вот это инструмент, сам настоящий. Ты ее забываешь очень часто. Нет, она всегда со мной. Всегда со мной. Даже когда у меня на РП, лопата у меня всегда с собой. Вот этот видеоролик помнишь, когда на нас напала старая ведьма? Там то...